точно, естественно, он присутствует. Он занял недавно первое место на Кубке Федерации России. И многие знают, кто это. Это Яша Воронов. Который услышал себя, вскочил с татами, снимает олимпийку. Яша, у тебя есть своя музыка? Ну, есть своя музыка, но он ее принесет на телефоне. Яш, потом со всеми поздороваешься, тебя ждут. Ждут. Времени у нас не бесконечное. Я смотрю, в конце у нас остались такие очень мощные все участники. Так что готовьтесь, ребята. А тебе нужен он, тот турник длинный? Чудно. Значит, там не придется сгонять джамбаровцев, парлистов. Снимай, снимай. Главное, судьям не мешай. Ты готов? Судьи готовы? Держи, готов? Давайте! Отжигаю! Яша Воронов! Первый выход! Это турнир «Кэллоккаунт» организатор центра «Экстрим» Московского спорта. Надо, конечно, обязательно залезть куда-нибудь повыше. Отлично! Синьоры и отметы, как статики, так и в динамике. Вот. Воу-воу-воу. Вау! А главное, какая мелодичная музыка. Далее надо подойти прямо к судьям и продемонстрировать им. Это один из важнейших элементов горизонта на двух пальцах.